Рассада щитовника родственной Кристата зайкинг используется как декоративное украшение теневых садовых участков. Высаживают растения в мае на расстоянии 25 см друг от друга. Растет на плодородном, хорошо дренированном грунте с умеренной влажностью, в частичной или полной тени. Высота взрослого растения составляет около 20-30 см. Листочки щитовника родственного Кристата зайкинг достаточно мелкие, дважды перистые, имеют хохолки на концах. Весенние побеги имеют желто-золотой оттенок, летом и осенью они становятся темно-зелеными. Щитовник родственный Кристата зайкинг — это травянистый высотой 90-120 см, диаметром 60-90 см. Летом листва зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.